В одном из торгово-развлекательных центров Павлодара прошел концерт домбристов «Домбропати». Подробнее о том, чем порадовали музыканты публику, в следующем сюжете. Центр развития молодежных инициатив проводит концерты «Домбропати». Это уже второе по счету выступление домбристов. Первый раз с такой акцией музыканты показались 20 мая. «Домбропати» проводится у нас с молодыми домбристами нашего региона, где они будут исполнять такие как «Нара Агаша», «Жастар Бие» и так далее. Как говорит спикер, домбристы сами связались с центром. Они хотели показать, чему научились за недолгие годы. Выступали музыканты разных возрастов. Это школьники, студенты и совсем юные ребята. Ребятишки, которые обучаются первый год обучения, научились очень многому. Сегодня мы продемонстрируем свое мастерство. И в рамках референдума мы принимаем участие сегодня на мероприятии «Домбра партии». И хочется поблагодарить Центр молодежи за приглашение. Майра Сиксинбаева делится, что это не первое выступление ее подопечных. До этого они успели поиграть на различных мероприятиях, поэтому они всегда готовы к новым встречам с публикой. Помимо представления, для слушателей устроили конкурсы. Один из таких — «Угадай мелодию». Артур Полюков, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат.